Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. Вот такое вот у нас замечательное 8 марта. Идет у нас снежок, причем он крупный. Насколько он выпадет и будет ли все белым запорошено, неизвестно. В принципе, он сейчас падает и тут же тает, потому что у нас был еще при этом дождик шел. Он все мокрое стоит. На сегодня вторник, выставили мусор. Иногда забирают там до 3 часов. Смотрю, у ближайших у наших соседей мусор не выставлен. Возможно, того, что сегодня выходной, и мусор забирать не будут. Ну, а чуть дальше, вот там по улице у других соседей, смотрю, мусор стоит. Но пока его не заношу. Может быть, приедут и заберут. Ну, нет, так нет, занесем потом туда, в летнюю кухню, во вторую коморку там поставим. И уже до следующей недели. Вам желаем отличного настроения, всего вам самого наилучшего. По поводу тех комментариев, которые нам пишут и говорят, закрывайте канал, монетизации не будет, что вы будете делать? Ничего мы делать не будем. Мы как продолжали снимать, так и будем снимать. Во-первых, это у нас такой видеодневник. Нам очень интересно возвращаться в прошлое, смотреть те ролики, которые мы выпускали год назад, 1,5 года назад. Мы смотрим, как дети у нас меняются, мы смотрим, как мы меняемся, мы смотрим, что-то у нас ну вот, случалось, и как мы решали эти вопросы, как нам... Во-первых, очень много комментариев, которые давали нам советы, давали нам рецепты. И это все взять и удалить, и... нет, зачем? Абсолютно. Монетизация здесь абсолютно ни при чем. Это наш такой, вот еще раз повторюсь, видеодневник. Поэтому мы продолжаем снимать и также продолжаем выпускать ролики, несмотря ни на что. По поводу в прошлом ролике Юля, то, что была грустная. Да, она была грустная, знаете, по какой причине. Ей очень много девочек с интерната. Звонили ее подружки, говорили: Юля, ты к нам раньше приезжала. Ну, Юля действительно каждые выходные ездила в интернат. Мы собирали гостинцы, в общем, там мы что-то готовили дома, домашнюю пищу. Юля это все в контейнеры собирала и уезжала в интернат на целый день в гости к девочкам, с теми, с кем она жила в одной комнате, какие-то там подарки, потому что, ну, вот, например, какие-то праздники были, Юля тоже, мы вот собирали эти подарки, там где-то чай, кофе, в общем, всякие разные вкусности, в общем, Юля увозила. И тут Юля уже 2-й год не приезжает к девочкам, конечно, они скучают по ней, и вот у нее это все накопилось. Я говорю: Юль, скоро мы вернемся назад, и все будет хорошо. Ты как продолжала общаться, ездить в гости, так и будешь. Конечно, ей этого не хватает, все наладится. По поводу того, что вы будете продавать дом, зачем вы будете сажать огород, ну как? Мы же не будем сидеть сложа ручками, не заниматься землей, не сажать огород, не сажать цветы, овощи, не убирать участок. Почему? Мы это будем дальше продолжать делать. Мы же не знаем, когда мы его продадим. В этом году мы его продадим, в следующем году. Дома просто так, раз ты только выставил объявление, к тебе сразу пришли, его купили, так не бывает. Поэтому мы продолжать будем заниматься всеми теми же делами, как и на протяжении того времени, то, что мы сюда переехали и собирались, планировали оставаться здесь насовсем и как бы уже жить. Нет. Ну, по крайней мере, Дима однозначно школу будет здесь заканчивать. По поводу той поездки, что мы в марте месяце, когда Дима пойдет на каникулы, будем уезжать по делам в Омск. Нет, мы отложили. Отложили до того времени, пока Дима не закончит школу, и там уже в дальнейшем будет видно. У Светланы съездили, забрали мы собак. Кошки еще там остались, а собак мы забрали, потому что Боню у нас, наши зрители с нашего канала, с нашей станицы, приехали и забрали. Которые пишут такие комментарии: почему вы не сняли и не показали нам этот момент, почему вы не сняли и не показали, что вы козу продали, ее, то, что ее действительно забрали. Но вы понимаете, что люди с нашей станицы, они не хотят, например, ну, показываться в кадре, и зачем? Они не блогеры, они не снимают свою жизнь на показ. И если кто-то дает разрешение, да, конечно, ну, можете меня там заснять. Кто-то сам предлагает: можно я там у вас в кадре побуду, пожалуйста. А таким: нет, я не буду этого снимать и показывать, зачем? Зачем это нужно, в принципе, и почему я должна каждый момент все это прям отчитывать, вот смотрите, вот то, вот то. Если то, что считается нужным, то я и снимаю, то, что можно, то я и показываю.
Всем отличного настроения. Еще раз вас уже, когда вы этот ролик увидите, с прошедшим 8 марта. Желаю вам всего самого наилучшего. Подготовила здесь контейнеры, которые фарш покупали. Оставила их, дырочки внизу сделала. Я потом газетку подстелю. Что я буду сейчас тут высаживать? Сеять, точнее. А на рассаду буду вот такие бархатцы. У меня их тут две пачки одинаковых. И есть вот такие вот еще бархатцы. Их, получается, высаживают март-апрель. Сеют. Так, дельфиниум. Я буду в отдельную посуду стаканчик возьму. Там тоже сейчас дырочки сделаю. Здесь тоже март и апрель. Вот такой вот красивый дельфиниум. Как бы четче показать. Забрали Вадиму из школы, заехали на почту, нам пришла посылка от любимого Василька. Сейчас мы с вами будем ее открывать и смотреть, что же мы в этот раз заказали. Со мной на распаковке Каролиночка, да? Да? Что это такое? Посылка. Посылка. Всем привет скажешь? Пока. О, ты уже пока говоришь? Привет. Всем привет. Ну, не надо носочки, зайка. Не надо. Не копать, копать. Не копать, копать. А не я и мама. Никто твою кроватку не сломает. У нас там Юлечка сидит. Бабуля. Бабулечка сидит. Просто когда я говорю Юля, она за нами повторяет. А Юле это не нравится. Она говорит, я не Юля из-за него, а бабуля. Поэтому сейчас мы все достанем, что тут у нас есть. Подожди, Каролиночка, не торопись. Давай это в сторону пока уберем. Мама, а мне надо посылка. Да, посылка. Ай-яй-яй, посылка. Так, что мы первое видим? Туника 44 размер, это для Оли. У меня такая черно-красная, а у Оли вот такая вот, как платьем смотрится, она серая с красными. Ну, Оля померит, потом покажет. Расскажу, сколько она стоит. Так. Платье женское спортивное, 44 размер, 910 рублей. Следующее у нас тут полотенца вот такие на кухню. Тут в наборе их 3 штуки. Каролиночка, не шуми, пожалуйста, зайка. Это на Пасху. Вот такие вот полотенчики красивые. Каролиночка, не шуми, пожалуйста. На. Вот. Пожалуйста, доча, смотри. Мы копать. Угу. Так, набор вафельных полотенц 221 за 3 полотенца. Тут все в разнобой. Дальше, следующее, что это у нас? Брюки женские, черные, 42 размер. Каролиночка, 42 размер. Это я заказывала себе, 650 рублей. Вот. Обычные спортивные брюки. Здесь на резинке. Потом покажу на себе, как они смотрятся. Так, дальше у нас тут футболка мужская. 62 размер. 425 рублей. Это у нас для Саши. Симпатичная. А где подушка, мама? Подушка у тебя в кроватке, доченька. Так, следующая пижама для мальчика. 7 лет. Рост 122. Маленькую подушку есть? 648 рублей она стоит. Вот такая вот пижамка. Маленькую подушку.
Но это плотная пришла прям. Она тепленькая, с начесом вот с таким вот. Те мы заказывали тонкие, а это теплые. Вот такая вот пижамка. Брюки. 50-й размер. Это Юля себе заказывала. 672 рубля стоит. Юля захотела себе светлые брючки. Вот такие вот спортивные. Юля, я думаю, будет как раз. И даже подшивать их не нужно. Будет здесь на резиночке. Она у нас невысокого роста, поэтому иногда, когда брюки или там спортивные, они у нее длинные. Получается, иногда, ну, что подшивать приходится, либо подворачивать. Вот такие вот с карманами, на резинке. Юлечка померит, и потом покажем. Короленочка, тихонечко. Зайка тут со мной, поэтому немного у нас распаковка шумная получается. Так, а это у нас пижама. 6 лет? Ярославу, да, вот такая вот пижамка красивая. Какая это ли... красивая? Какая красивая? Митя тоже? Да? Со штанишками, вот. Сейчас скажу, сколько они стоят. Сколько она стоит? Так, пижама. Ростовка 116, 438. Это Каролиночки футболочки. Тут на 3 года, но мы носим сейчас. Мама, я подожди, я покажу. 98 сантиметров. На. На, пожалуйста, иди бабе показывай, иди. Каролиночка. По 144 рубля. И вот такая вот футболочка. Нам, конечно, 3 года будет в сентябре, но у Каролиночки такие футболочки в самый раз сейчас. Нигде не давит, не жмет. В общем, я поэтому и беру чуть-чуть на размер побольше, чтобы она свободная была. Тоже стоит 144. Тебе киса попался. Тебе киса попался, да. На, держи. Я, да. Иди. Баба, померить чуть-чуть. Так, это Диме. У него футболочка беленькая уже поизносилась. Для, ну, это для физкультуры. Футболочка белая, шортики. 350 рублей такой спортивный костюм, что и для школы. Здесь мужские носки, так, по 32 рубля, они короткие. В наборе их тут 6 пар. Они тоненькие, как раз сейчас вот на весну, на лето. От кроссовочки. Да, 41-47 размер идет у нас. Так, заказывала для мальчишек, но что-то тут прям больше всего на девочку. На Каролиночке они будут большие. Так, такие носки детские по 30 рублей. Какая красивая. Такие тоже тоненькие. Больше всего на женские похожи. Или тут просто в перемешку. Так. Вот такая у нас замечательная получилась распаковка с участием нашей Каролиночки Бусинки в кадре. Огромное спасибо Васильку. Ссылочку в описании мы оставим под видео на интернет-магазин и плюс еще на Инстаграм. Также ссылочка будет на любимый Василек. Мы примерять, наверное, скорее всего, не будем. Уже показывали сколько раз. А вот пижамки покажем. Мама. Давай, ты уже открываешь? Да? Давай вот так покажем. Давай нашим зрителям вставай. Ну, вставай прямо. Встань. Поднимай головку. Вот так вот скажи. Кисонька, да, красивая? И вот в такую, скажи, мы еще покажем. Вот такие кисоньки, да? Рыжики, да? Наши рыжики? Да, наши рыжики. Кися. Кися, да? Мальчишки у нас уже приоделись, стали тут по росту, по струнке смирно. У меня киса. У тебя киса, да. Вот сейчас и мальчишек. Медведь. Медведь. А я вот чего-то нет. Ну что, нравится? Да. Классно. Спасибо, мам. Пожалуйста. Спасибо, ну это теплая, да, пижама. Спасибо. Пожалуйста, доченька. Наша мягкая. Ну вот у Ярика точно такая же темная. Вот тебе, да. Каролиночка тоже одела футболочку. Конечно, сейчас переоденем. Это все надо будет перестирать на 6 лет. Да, вот. Пока-пока. Пожалуйста. Пока-пока. Бегите. Сейчас я покажу, Юлечка, сейчас покажу. Это что? Юля с Олей уже тоже померили вещи. Кофту мы ранее заказывали к
Каролиночка, пожалуйста. Сейчас у нее период такой, что болтать и болтать надо. Ну, ничего страшного. Все с этого начинают. У Юли такая кофта, она ранее себе заказывала, и теперь она подобрала вот себе под этот цвет вот эти вот штаны. Ну, хорошо сидят, даже подшивать ничего не нужно будет. Вы не поверите, раньше брали мы 52-й, 53-й, а на этот раз я решила взять 49-й, 49-й, да? Какой? 50-й. А, 50-й. Нету 49-й, есть 48-й, 50-й. 50-й. Угу. Ну вот. Угадали. Схуднула. Оля у нас померила. Вот как платьюшком смотрится. Ну, вообще прикольно. Хорошо. Довольны? Да, спасибо большое. Спасибо, дорогая. Пожалуйста. Ну, от нас Саши примерки не будет. Она опять все пока машет. Мы потом как-нибудь в ролике покажемся. В этом ролике мы будем с вами прощаться. Всем отличного настроения. Мы вас любим, обнимаем. До новых встреч. Пока-пока.